Друзья, я рада всем, кто заглянул на мой канал «Сама себе огород». Сегодня у меня видео об урожае лука. Этот участок с луком у меня был высажен именно на зиму. Мне нравится осенью покупать лук, который он, во-первых, уже намного дешевле. И, во-вторых, даже, мне кажется, выбор больше в саде и огороде. Ну, по крайней мере, мне так попадается, что когда я хочу посадить лук осенью, в саде и огороде всегда большой выбор лука. И я беру всегда по 100 грамм разного. Ну, в основном люблю покупать Штутгартен и Стурон. И вот такой вот лук замечательный вырос. И морковь рядом. Так как я всегда говорю, что лук и морковь – это неразлучные друзья. Это всегда я сею их рядышком, чтобы они отпугивали друг у друга насекомых, то есть вредителей всех, которых они не любят запах, то морковки, то лука. Короче, они друг друга выручают от вредителей. И также я морковь тоже стараюсь сеять на зиму, но в этом году почему-то морковь не взошла. Именно не перезимовали, наверное, семена зимние, то есть с осени. И я пересеивала весной. И вот такая морковка замечательная там получилась рядом с луком. И обязательно морковь прореживаю для использования. Смотрю, которая там поменьше, где-то побольше вырываю, чтобы они там хорошо не мешали, короче, друг другу. Еще им расти 2 месяца морковки моей. Но иногда я убираю ее и в конце августа, или же в середине сентября. Так вот, вернемся к луку. Я что-то увлеклась. Начала публикацию о луке, а увлеклась морковкой. Так вот, хочу показать обзор, какой у меня лук вырос. Лук вырос прекрасный, замечательный. Сегодня 28 июля. И когда я убираю лук, это когда вот я оставила на грядке еще немножко. Вот видите, хвостик уже начал подсыхать. Вот здесь вообще подсох. А ботва еще зеленая. Вот. Поэтому я лук еще буду оставлять примерно на неделю. Не буду его обрезать. Пусть он еще полежит, заберет все питательные вещества еще с ботвы. И подсохнет получше. Тогда я буду его обрезать. И еще, друзья, хотела рассказать о своих наблюдениях, что лук... Вот я высаживаю на бугорке немножко, и всегда здесь у меня отличный лук. В прошлом году поменяла место в другом месте, как вроде бы на ровном месте грядка получилась. Там лук был намного хуже. Поэтому я сделала вывод для себя, что лук любит такой вот маленький бугорок, чтобы был. Чтобы видно, и если дожди идут, чтобы сюда, здесь не оставалось много влаги. И поэтому я считаю, что лук лучше высаживать на бугорке. Как это делаю я второй год, и второй год замечательный урожай. То есть второй раз. Не то, что это я второй год на одном и том же месте. Нет, я всегда меняю обязательно место, то есть пересев. Я не сажаю там, где был он в прошлом году. Я обычно лук сажаю или же после перцев, там, морковь, то есть томатов, или же после капусты. Вот так вот я стараюсь менять местами. Вот и все, друзья, чем я хотела сегодня с вами поделиться. Кому была полезна и моя публикация, не забудьте ставить пальчик вверх. И также делитесь с друзьями. Вот и все. А чем я хотела с вами сегодня, друзья, поделиться. Всем пока-пока. До новых встреч.